Всем доброе субботнее утро, дорогие мои подписчики. Всем привет. Вы снова на канале Провинциальный Толстяк ТВ. И у нас сегодня дегустация экзотического фрукта, который называется, Котя пришел, гуава. Вот так выглядит баночка, которую мы сейчас будем открывать и пробовать вместе с вами эти экзотические плоды гуава в сиропе из Таиланда, срок годности 36 месяцев, масса нет 565 грамм, 280 грамм сиропа в этой банке, состав гуава, вода, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота. Производится в Таиланде. Вот здесь написано. Так, ну что, давайте уже приступим. Уже не терпится нам на завтрак поесть экзотики немного, да, Котя? Нашим ключом уже всем известным открываем эту банку. Открывается она, хотел сказать, легко, и тут заклинило. Ну, в общем, открывается. Почти открыл ее. Сейчас. Один момент. Все. Банку мы открыли. Ключ мы откладываем в сторону. Открываем банку. Что мы видим? Что мы видим? Сейчас увидите и вы. Мы видим сироп котик. Котик. Веди себя прилично. Мы видим сироп, в котором плавают плоды гуавы. Так, видите? Вот такие плоды, как вот они персикового, скажем так, цвета. Ну что, начинаем их, наверное, уже выкладывать в нашу вот такую уже всем известную мисочку. Для этого нам понадобится вилка. Вот такие вот дольки. Вот такие дольки, чтобы вы понимали. Вот это у нас гуава, мы ее выкладываем сейчас из банки, перекладываем аккуратно в нашу миску. Из банки перекладываем в миску. Я буду выкладывать всю полностью, чтобы вам показать, сколько плодов, сколько сиропа в этой банке, чтобы вы имели представление. Так, ну вот плоды я уже почти все вытащил. Сейчас я вам покажу, сколько их. Вот остался один, по-моему, плод, который не... Вот, все, зацепил этот плод. Вот смотрите, вот практически целую миску мы наполнили плодами гуавы. Вот так они выглядят, эти плоды. Вид сверху. Вот так выглядит у нас Котя по утрам. Котя, поздоровайся. Так, и в банке остался сироп. Для сиропа у нас есть сегодня вот такой стаканчик. Мы сюда переливаем сироп из банки. Ну, почти весь, скажем так, почти весь он уместился в стакане. Но здесь банки немного осталось, а вам, наверное, не видно. Баночку мы, короче, ставим вот сюда, чтобы вы понимали, что мы едим гуаву в сиропе марки Aroidea. Ну что, приступим. Ребята, на вкус напоминает издалека, вот на мой вкус, напоминает маринованную грушу. Котя, не обрежься. Острые края, Котя. Напоминает чем-то грушу маринованную, вот эта гуава. Но она очень ароматная,
как будто грушу замачивали, я не знаю где, в духах французских. Шанель номер 5. Очень ароматно. Да, ребята, очень-очень напоминает грушу. Хотя на банке видно, как она выглядит. Видите? Больше похоже на яблоко зеленое. Но если разрезать свежий плод, видите, там семечки внутри есть. Семечки, которые, конечно, вынимают, прежде чем консервировать. Вау! Ну, ребята, мне нравится. Не нравится, потому что я груши обожаю из всех фруктов. Мои самые любимые — это груши, яблоки. Сахара немного, не очень сладко. Я думаю, что весь сахар у нас в сиропе. Вкусно. Вкусный десерт, опять же, с мороженым. Замечательно зайдет. Видите, мякоть очищают от кожуры, от семечек, делают вот такие лодочки, вырезают из главы и потом их консервируют. Будем мы. Обалдеть! Видите, вот так вырезано в форме лодочки. Эстетично. Очень вкусно. Лично мне. Понравились эти консервы. Перейдем к дегустации сиропа. Насыщенный такой сиропчик, слегка тягучий. Но сироп, конечно, слаще, чем гуава, потому что все-таки здесь основная масса сахара. Содержится. Было очень вкусно. Спасибо всем за просмотр. Спасибо всем, ребята, всем, кто смотрел.
Ставьте лайки, дизлайки, пишите ваши комментарии, отзывы об этом видео. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. С вами был Провинциальный Толстяк ТВ. Всем пока-пока. До скорых встреч!